отхерачили уже всех. Вот это наша рога не зачаренная. Надо ее зачарить. Или она не играет, а то я смотрю, якобы есть, но якобы нет. Не знаю. Разве что меня Денис просил ее зачарить. И все. А так никакой инициативы не было с ее стороны. Я думала, может быть, это чей-то друг. Вот, не представляешь, я сейчас во втором окне в инст пойду. Куда пойдешь? Рогой в инст пойду. Я тут бегаю, квесты собираю. Там автоатака бьёшь. Надо на этот. Ой, есть же кнопка такая Windows L. Windows. Браво. Фига у меня персонаж полский стал. Ой, аж голова, блядь. Не-не-не, так не работает. Интересно, а бурю поставили, нет? Вроде не видно босса. Не, вряд ли, ты чё? Всё умирает. Так, семейное древо. Доставьте отчёт. Визирия — это Маша. Вот она, да, она ходит в рейды. Ее одели так, по красоте. Все, что было, все на нее. Ну, а что, надо же как-то выживать. Ой, из текстур появился. В Каражане такая засада на боссе, на ком там. А, с текстур все время приводили мобов. Это веселуха была вообще. Я еще думаю, блин, что так танка просаживает, что происходит? Просто вайпаюсь. О, на распыл. Так, 3 минуты АФК после этого трэша. Надо экзорцизм начинать.
Бля, штаны бы на танк, сука. Сейчас, короче, это. Придется тебе хэпалом тончить босса. Не знаю, на себя, наверное, щиток будешь кидать. Или надо, чтобы щит, наверное, земли на тебя кинул этот Эршам, чтобы тебя не убило. Что Ты сравнишь, но шкаф поставить, и я возьму тринку на хп, который, кажется, у тебя нет. Вообще пиздец. Сходил сегодня опять, не выпало. Обосрали там в ППГере, как можно меня, блять, танк, уёбок там, все дела. А там я мобов по это сагрил, отвел на паутину, и они не исчезли, короче. Пиздец. А это молча все послушал, блядь. Полчаса там, блядь, торчали. И тринька не выпала, блядь, за мои труды. Зови меня. Я вот разве что, когда лабу делаю и ДЗ по матану, я не захожу в игру. На остальное время, бога ради, я тут. Вся учеба в ноуте, игра в ноуте, сериал в ноуте. Так что я могу помочь. Когда пустит, хорошо? Так, а у тебя шаман и пал. А третьего нету еще 80-го, да? Друид 72-го. Но его одеть качнуть надо. Да, надо, чтобы уже был. Блядь. 70-й ДК и вот рогу качаю. Но рога завтра уже будет 80-й прям. Кровь из носу. Дорога это, ну, бесполезная параша. Короче, нахуй. Нет, не надо мне такого говорить. Рога нормально. Чё? Мы будем орбитафию траить, нахуй. Бля, ебанулся, пацан. Там всё работает, мы проверили. Я не знаю, что за долбоёбы пишут, что не работает. Всё работает. Инфа стопроцентная, что-то никак. Надо в зоогрупп сходить. Ну мы продержались минуту. За эту минуту я никаких багов не увидел. Я не знаю, кто там говорит, какие баги. Это просто вот так, на лоха, походу, ответочка, чтобы орбитафию не траить. Просто говорят, что что-то забаганное, и все. А в 25-ке, по-моему, за нее дают, да, бонусы какие-то? Да, в 25-ке. Десятки, наверное, дают. Ну так, у него 23 ляма, а, короче, орбитафия 88. Пиздец. Я видел ваше видео, как вы, блядь, за 55 секунд его убили, нахуй. Можно и за 3-4 минуты постараться убить, я думаю, это не сложно, нахуй. Да, да, по сути, можно, просто ты хп машин видел, как быстро, блядь, садится, а на орбитафию ну, я делал максимальное количество ГС, у меня вышло 213, и, короче, у тачки было, нахуй, почти пол ляма, ну, у разрушителя. Я там ПВП одел всякую хуйню на танка. Я его даже не знаю, блядь. Вот просто, понимаешь, если ваша затея, она как бы заебись, но если это успехом не увенчается, это просто будет потеря времени, блядь. Проще, когда рейд уже, блядь, ну в обычке надо убить, чтобы пройти с боссов полутать 219-й. Да, вот именно, там шмот ни о чем, блядь, он ничего не решает, он ничего не решает. Я объясняю, тут смотри, вот ты 219-й полутаешь с тех боссов, с четырех следующих,
ты уже придешь в следующее КД или после следующей на орбитафию, уже у тебя у тачки будет. И надо, чтобы все одевались. А так вы будете сидеть просто так на орбитафии. Ну я хуй знаю. Ну мне так кажется. Ну даже если вы ее убьете, то ну я хуй знает. Это, блядь, нереально, блядь. Посмотри там сколько ХП, сколько урона нанесло, блядь, машинам. Обычная вот эта ОЕшка, ее надо сбить. Ее надо, во-первых, сбить. Потом надо катапульту использовать, чтобы стан ему дать, блядь, чтобы увеличить по нему дамаг. И пока ты используешь... Какую катапульту, я не понимаю. Пересадить того, кто тянет колчдан в катапульту, ему надо, чтобы он нажал. Кинуть его на спину босса, блядь, чтобы две пушки... Не кидается, не кидается, нету пушки на боссе, да, да? На орбитафе нету пушки. Может, вообще их нету, может, вы не заметили, я не знаю, нету пушки. Это хуёво. А, ну, блядь, а в обустике, нахуй, он манекен, просто все 50 рагеры, я не знаю, там, в разетывают, разбрасывают, он, нахуй, подыхает. Блядь, понимаешь, я сейчас хочу собрать, чтобы люди пошли, чтобы я через стрим посмотрел. Чтобы КД не вешать на персону. Ну, мы тоже не это, мы, конечно, не мазохисты, мы, может... От силы 5 траев сделаем, да потом просто разъебем эти 4 башни и убьем в обычном. Хотя можно для теста башню молнии оставить. Просто ты понимаешь, ты пугов собираешься вести. Понимаешь, вот это хуево. Так я триню хочу он рулить. Так шел ты с нами, да? Блять, ты не спеши эту триню получить. Ну, я хуй знаю. Не зацикливайся на трине. Я триню, блядь, 3 месяца хочу получить, и вот не получилось. У тебя же еще 2 чара, ты заебал. Чё ты не хочешь ими КД вешать? Ну потому что надо, блядь, это... С базукой сходить, друидом. Ну, а сегодня палом можешь сходить. А палом, блядь? Вдруг еще там, блядь, позовут, нахуй. С каждой кашкой ходил, ебать, а палом пришлось уже, это, там со своей... Там их вообще 30, блядь, скорее всего. Я, короче, смотрел, вы там острокрылой 5% не добили, она второй раз взлетела, нахуй. Я чуть не обоссался со смеху. И когда вы этого, разрушителя траили, мод, типа, тоже не понял. Так а хули не понять, там дамаг такой, блядь, хилы обрыгиваются, не могут выхилить. 3 хила. Не пробовали? 2 хила. 3 хила, блядь, сердце не убьют, блядь. Это значит, должны жесткие быть ДД, чтобы ну, с тремя хилами. А как ты ДПС-то видел, блядь, там по 6к у людей? Если нашим рейдом сейчас этим пойти туда 2-3к, блядь, там вообще нехуй делать в этой ульде. Это ну, обычный проверка. Разрушитель это по-любому 2 танка. Я уже в это время, пока я еще могу разговаривать, это пока. Скоро уже не смогу. Понимаешь? Сейчас вы пока эти 10-ки закроете нахуй. Геруки распула. Доброго дня.
Ага. Тут можно без танка добыл. А ОК-25 будет на этом КД вообще? Он, ну, вообще. У меня же квест висит, а там шея заебатая. Так ты говори, а то я что-то не вижу. Шаман. Локу, локу, везло с сушнёнышками. На распыл пишет. На распыл. Половина. А Мак убежал. Чё ты создаёшь? Мы вообще его можем вдвоем убить с паспорта этого первого босса. Ну, обычный мод. Да. Костюканы еще сразу себе выбить, рядышком встать и чистить. Не, я вообще, я тебе говорю про то, что он изичный пиздец. Ну, и когда ты в огне, либо под обстрелом, либо в ледяной глыбе, это уже вайп можно делать. Там, знаешь, в чем суть? Там, как бы тебе сказать, удача. Если он в метке выбирает осадки, это большой плюс. Разрушители стоят, АФК и долбят. Там еще везение играет свою роль. Войд. А мы сейчас плюс 2 делаем без танка вторую? Проволил. Если ноги упадут, не линкуйте их, пожалуйста. Какие? Вот эти? Да у нас плюс 10 это шляпа. Как и ульда 10 тоже, мне кажется, шляпа. Пугай нас воет. Ну, мне кажется, просто убивать его смысла нет, как вы убили за 55 секунд. Мне кажется, надо с одной башней для доп-лута. Есть инфа. Открывай путеводитель, открывай Левиафана, открывай сложный режим и читай внимательно. Ну ты же активируешь башни. Ты же даже если одну башню активируешь, ты уже сложный режим запустил. У него какая-то способность, да, останется. То есть не обязательно 4 башни, хотя бы одна.
Он же уже будет в сложном режиме, у него уже одна обилка добавилась с одной башни. А самая легкая это башня молнии, башня грез. Там обстрел рандомный, с которого выехал. Ну так давай проверим. А что его убивать за 55 секунд? Это профит? Можно убить за 1.5 минуты и проверить. Ты про чё? Тут рыжий психует, короче. Говорит, бое по-любому анрол. Остальные, говорит, похуй. Без проблем. Не похуй. Первое КД чисто тест посмотреть. Я еще пока это. Ну, не похуй еще пока. Единственное, что я хотел бы, я бы не хотел видеть хулипалов у себя. Либо паладинов, кто собирает хулипалов.
А можно один трайер Витаси и хотя бы просто посмотреть, сколько у него хп? Да, чтобы посмотреть, сколько на выходе, когда мы все сдохнем, нахуй, просто по хп, что у него останется. Да, у него 88 лямов. В осадке пушка ебашит просто в босса, ФК и все. Сами осадки тараном бьют цветки. Ебаные чопперы разливают лужу там, где проедет босс. Разрушитель туда одёркой. У вас, короче, траблы, да, там с драконом? Дрона же и убивают, в принципе, не? Он же самый сложный дракон. Мы с первого трая делали в десятке, когда я пугов собирал с рыжим. Здесь только же колчеданов сверху у Левиафана, и мы же об орбитафии говорим, а не разрушителе. У Искры мало хп в десятке, я уже посмотрел по видео. Это убиваемо, в принципе. А проблема была, походу, не в этом. Что-то там первый трай тебя трэш сжирал, прям ебать его в жопу. А потом, когда у вас был уже победный трай такой, вы снесли трэш, у вас чисто босс остался. Я так и не понял, там хилы высохли или чё, блядь. Ну, он когда топает ногами, там ебать урон идет, всегда так. Ну, рыжий потный эрдру, я думаю, лучше ему в эрдру идти, чем в танке.
вообще выигрышная тактика тоже на разрушение, на вот четвертого босса, на робота. РДД рейд. И в три хила. Знаешь почему? Потому что под Герой РДД всегда больше дамажит миликов. И с тремя хилами можно успеть сердце разъебать. Ну, сейчас проверим мою логику. Если, ну, орбитафи тройнем, посмотрим вообще, что к чему. И оставим одну башню. Башенку. С одной башенкой, я думаю, он также будет изи, нахуй. 2 минуты, он умер, нахуй, если не меньше. Я думаю, одна башенка проблем не даст.
Здорово. Десятки, да? Блять, я понять не могу, почему у него нет пушки. У танка этого. Да, да. Отключение системы называется. Система насколько отключается, на время или навсегда? А, он еще и стан ловит, да? Да, там можно сделать пушку. Ну, пушка это изи. Ну, мы делали, было похуй.
У вас еще там потом пинс какой-то. Я тогда пока ТС с крыжем зайду.
Тут Малибу слетает. Что он тут забыл? Сколько у меня хилов, Войд? 2 из 2. Все, 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 танки не нужны. Никому, кроме синих драконов, не позволено находиться здесь. Возможно, это происходит из страсы. Это же моё. Блять, где вход? Спасибо. У меня есть. Знаешь когда? О, сейчас рыбу поставлю, погодите. Сейчас. Что вы планировали? Беспардонно ворваться в мои владения? Использовать магию против меня? Вот, с твоей стороны. Ой, это я. Вайпаемся, да?
поставим лучи, на каких точках будут появляться... А, поставил, спасибо. Смотри, заметил. Что, запускаем? Все тут. А, зашли все. Прям перед мордой появилась, вот. Я ставила. Ну вот ты встретился со своей глупостью.